У двух молодых орловчан, Артема и Александра, началась новая жизнь. В скромной обстановке, без рукопожатий, как сейчас принято, юноши получили ключи от своих новых квартир в микрорайоне «Первый». Парни из числа детей-сирот Орловского района, которые в этом году отметят новоселье. Это дома кирпичные, комфорт-класса, в них установлены лифты и собственные котельные. Чистый экологический район, очень большие парковочные места, увеличенное количество. Микрорайон будет зеленым. Можете обратить внимание, посажены деревья, саженцы. Лифт несет ребят к новой жизни, этаж за этажом. Александр воспитывался в Амценском детском доме. Закончил реставрационно-строительный техникум. И эта квартира стала подарком на 20-летие. Очень рад получить эту квартиру, так как с 18 лет снимал постоянно общежитие, на вахтах работал. Вот. Еще у меня скоро в субботу день рождения, 20 лет юбилей, и мне такой подарок выпал. Очень огромная часть. Не каждому такое дано. Артем – хозяин уютной студии площадью 28 квадратов. Сделан ремонт, установлена сантехника, есть электрическая плита. Вселяйся и живи. Когда мне исполнилось 17 лет, я отдал долгу квартиру. Вот. Сейчас мне 22, и я очень рад тому, что я получил квартиру. В каждой квартире установлены стеклопакеты, застеклен балкон. Отсюда можно любоваться красивым видом из окна. Во дворе сразу несколько детских площадок. В этом году застройщик планирует ввести в эксплуатацию два новых двухподъездных дома. Сейчас в них ведутся внутренние работы. Еще можно успеть приобрести квартиру в этих домах. А если семья неполная или многодетная, застройщик предоставляет скидку от цены квартиры в 10%. Юлия Сабельникова, Алексей Нескин, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».